Друзья, всем здравствуйте. Давно не было от меня новостей. Все это связано с тем, что накопилось просто огромное количество работы, что нету вообще ни одной свободной минутки. В общем, сегодня я, друзья, планирую поработать вот с этим аквариумом. Здесь у меня малявошник был, когда-то, в общем, были мальки терносы. Сейчас я хочу этот аквариум переоборудовать под взрослых особей рыбок, где будут, в общем, жить производители тернессы и суматранских барбусов. Я сегодня, кстати, съездил в магазин, в зоомагазин, и купил себе, значит, вот таких еще тернешек и суматранцев. В общем, тернешки мне нужны специально для того, чтобы делать подмес крови. Ну, а суматранцев я уже в дальнейшем планирую разводить. Раньше я суматранцев не разводил. Разводил скалярии, разводил тернецы. В общем, дальше что только не разводил, суматранцев не разводил. То есть буду сейчас на данный момент готовить производителей суматранского барбуса и в дальнейшем уже этих производителей не вестить. Вот. Ну а сейчас на данном этапе буду заниматься вот этим аквариумом. Нужно будет включить освещение, снимем лампу с таймера для того, чтобы можно было работать. Здесь у меня еще осталось немножко малька. Этого малька я отложу, пересажу в совершенно другой аквариум, который у меня расположен на другой стойке. Вот она и первостепенная моя задача — отловить вот этого малечка. Это малек тернец, его здесь совершенно мало. Наверное, штук 15, в общем, как бы это не проблематично. По-быстренькому с очком отловим и перенесем вон в тот черный аквариум. Отловил малька. Сейчас, значит, моя задача будет это слить часть воды с этого аквариума. Система у меня очень простая, шлангочка силиконовая на конце, вот такой вот быстросъем. Вот эта деталь снимается, одной рукой неудобно, вот видите, снимается вот эта часть, она прикручивается вместо душлейки в душевой или в ванной, у кого есть, значит, душлейка. И очень удобно, кстати, как сливать воду, так и набирать воду. То есть вот эту деталь прикручиваете к душлейке, одеваете быстросъем, чуть-чуть открыли водички, водичка заполняет шланг, водичку перекрываете, отстегиваете, и, значит, вода уже самотеком побежит из шланга, и, естественно, забирая воду из аквариума уже там в поддон, либо в ванную. Ну и когда сольется определенное количество воды, вот, то есть вот на такую высоту, вот тогда и можно будет, значит, заполнять аквариум заново. Вот он, друзья, наглядный пример. Быстросъем, душлейку сняли, штуцер крутили, все, можно свободно пользоваться. В общем, все манипуляции так и произвел, как я вам рассказал, значит, вот это дело подключил, подал водичку в шланг, отключил, снял быстросъем со штуцера, и все, водичка самотеком побежала из аквариума. То есть, ну, никак бы никаких проблем. Вот она перестанет течь, я подключаю быстросъем и снова подаю воду в аквариум. И пока моя, значит, водичка будет сливаться, я подготовил здесь старый грунт, у меня стоял в ведре на балконе. В общем, засыплю его сейчас в аквариум, разровняю по дну и будем высаживать сюда растения. Растения будут абсолютно неприхотливые. Это, наверное, будет гигрофила и каримбоза компакт. То есть это все, что у меня на данный момент имеется. Такой вот ужас сейчас происходит в этом аквариуме. В общем, слил часть воды, засыпал грунт. Всплывали
пустые ракушки. Сейчас этот грунт разровняю по дну, выберу все ракушки, которые повсплывают еще дополнительно из этого грунта. Вот как раз и водичка заканчивает свой слив. Вооружился сачком, в общем, и сейчас буду собирать все, что повсплывало. Так вот, без каких-либо проблем и напряженностей. Опа! Ух ты, даже жук попал. Вот он. Ползет. Жучара. В общем, сейчас соберу весь этот мусор, выброшу в ведро его и буду устанавливать фильтр. Итак, друзья, с большего собрал. То, что здесь там немножко осталось, это как бы не критично, но нет уже такого, что толстый-толстый слой плавает их. Вот здесь немножко осталось на губке, это тоже не критично. То есть постепенно это все выберется. А сейчас пойду подготовлю растения и буду здесь вот высаживать их. Но густо не будет, высажу всего лишь один кустик того и кустик того. В общем, как-то так. Растения возьму с этого вот 200-литрового аквариума, в котором у меня скалярки. Вот он, кустик гиграфилла карембозы компакт, такой пушистый. Возьму от него одну веточку. И возьму вот эту вот гиграфиллу. Многосемянная, если не ошибаюсь. Тоже возьму так вот три веточки, всего лишь воткну там и все. Оно постепенно все хорошо разрастается. Особенно очень хорошо растет вот этот кустик гиграфиллы карембозы компакт. Очень мне нравится красивое растение. Нравится намного больше, чем вот гиграфилла многосемянная. Ну и стрессомка вот. Пасется у нее любимая полянка. Здесь вот этот лепесток постоянно обрастает. И она там соскабливает себе растения, говорю. Вот эти водоросли. Все, что осталось от кустика карембозы компакт, остальное все пышное, красивое срезал. Вот. Получилось немного, но три веточки красивые здесь точно есть, которые мы высадим, значит, в ту соточку, где будут у нас барбусы с тернециями. Высадил растение, установил фильтр. Сейчас открыл, водичку наполняется. Фильтр пока не включал. Включу уже после того, как наберется водичка. Отфильтруется вода. И уже запустим тогда рыбку. Долил в аквариум свежие водички. Воду отключил. И шланг опустил сюда в кувшинчик. Ждет своей очереди. Этот аквариум, этот аквариум. Те три аквариума. Ну, еще те, которые за спиной. В общем, пока включил фильтрацию, пусть фильтрует эту взвесь, которая здесь есть. Пакет с рыбкой поместил в воду в аквариум. Пусть адаптируется. Сравняется температурка, пока профильтруется водичка. Ну и затем я его уже выпущу. Их, так скажем, из этой пакетной тюрьмы в просторный аквариум. И в заключение получилась вот такая вот красота. Пока я наводил порядок, водичка отфильтровалась в течение, наверное, 2 часов. И я запустил, значит, рыбку, которую приобрел. Это барбус суматранский, желтых тернеций 5 штучек, там красных тернеций 5 штучек было. Отловил у себя, которые у меня были рыбки, тоже отобрал, значит, синеньких взял, зелененьких взял из того дальнего аквариума. Вот такая вот получилась, друзья, красота. Ну и на этой ноте мы будем с вами прощаться. Всем желаю отличного настроения, удачи в аквариумистике, всем пока!